это около 25 мастеров спорта по кикбоксингу. Кандидатов мастеров спорта приблизительно где-то человек 50-60. То есть это говорит о том, что у нас идет развитие. Ведутся переговоры с Олимпийским комитетом для того, чтобы в 2024 году представить вид спорта как кикбоксинг. Поэтому мы уже первые, кто в области начал кикбоксинг объединять.